На обочинах дорог в округе становится все больше незаконно припаркованных автомобилей. И зачастую это грузовые крупногабаритные машины, которые занимают много места, мешают движению и доставляют неудобства жителям. Мы очень рады, что наконец-то заметили эти наши грузовые машины, они не наши, чужие, и будут приниматься какие-то меры, потому что они, конечно, нам здесь не нужны, их стало здесь очень много. Но времена, когда тяжеловесные фуры спокойно могли стоять на дорожной обочине по несколько дней, прошли. Сегодня с такими транспортными средствами представители дорожных служб борются радикально. Благодаря специальным эвакуаторам вопрос транспортировки грузовых автомобилей на штрафстоянку решается легко. С начала года нами было эвакуировано более 600 транспортных средств именно с территории данного микрорайона. Также на данном участке автодороги работает паркон, так называемая система фото-видеофиксации в автоматическом режиме. Также на улице Сколковская работает в системе фото-видеофиксации в автоматическом режиме. Жалобы поступают регулярно за нарушение правил остановки стоянки любых транспортных средств. Сегодня именно по грузовым. Грузовики-невидимки. Так в народе прозвали припаркованные фуры без номеров. Дело в том, что недобросовестные водители всячески стараются избежать наказания за нарушение. Снимают государственные регистрационные номера, полагая тем самым избежать штрафов за неправильную парковку. Когда была запущена система «Паркон», водители начали прибегать к такой хитрости, снимать госрегистрационные знаки и убирать их в салон машины. В связи с этим привлечение стало невозможным по автоматизированным системам. Но наказание все равно настигло. Как видите, да. В рамках рейда по эвакуации грузового автотранспорта сотрудники Одинцовского ГИБДД с помощью специальных тягачей разгрузили дороги Трехгорки, отправляя незаконно припаркованные фуры на штрафстоянку. Полина Толмачева, Фарид Хайретдинов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».